Хотя спрос на молдавские товары в последнее время увеличился, отечественные производители заявляют, что по-прежнему сталкиваются с такими проблемами, как нехватка рабочей силы или низкая покупательная способность населения. Сегодня в центре Молдэкспо открылась выставка «Сделано в Молдове», где на протяжении 5 дней сотни компаний страны ждут своих посетителей. Более 350 местных производителей представили свою продукцию на выставке «Сделано в Молдове». Среди них промышленные, текстильные, мебельные компании, а также многочисленные предприятия агропромышленного сектора, производящие продукты питания, напитки. Цель выставки – поддержка молдавских производителей, продвижение местной продукции, привлечение инвестиций. Все должны поддерживать отечественных производителей, поскольку таким образом мы поддерживаем создание рабочих мест, уплату налогов в государственный бюджет, а также удерживаем наших граждан дома, демонстрируя, что и у нас высокий уровень экономического развития на региональном и европейском уровнях. Хотя наши товары ценятся по всему миру, молдавские производители сталкиваются с рядом проблем, таких как нехватка рабочей силы или низкая покупательная способность населения. Я недавно вернулась из-за границы. Когда показывала там нашу продукцию, нас все спрашивали, откуда мы, из Франции или из Италии. Я отвечала, что из Молдовы. Действительно, быть производителем в Республике Молдова очень сложно, потому что производить легко, только не с кем, потому что у нас дефицит рабочей силы. Покупная способность очень упала сейчас. Мы уже столько выпускаем моделей, видите вы сами, да, стараемся все, но мало, очень мало реализация. НДС у нас сразу по реализации, то есть мы не продали, уже НДС отчисляется. 23-й год был экономически сложным. Как вам удалось это пройти? Мы прошли. Ко мне подходят вот мои коллеги, все, которые уже давно закрылись. Саша, вы еще работаете, да? Да, мы маленькая страна, и когда запускаешь такое производство, должен понимать, что страна ограничена в потребителях. Вы должны производить такую продукцию, которая будет доступна по покупательной способности населения. Поэтому я делаю посуду, которую может себе позволить и пенсионер, и миллионер. Среди посетителей мы встретили людей, которые выразили мнение, что некоторые цены завышены. Но были и те покупатели, которые утверждают, что стоимость товара вполне приемлемая. Я там мебель смотрел, цены завышены. А как вы думаете, почему вот? Не знаю, судя по теперешнему времени, завозы всякого материала, полуфабрикатов, они... таможенные, то есть вокруг мира надо ездить сейчас, чтобы что-то привозить. Как вам цены? Знаете, от случая к случаю, но оно того стоит. Мы находимся в самом начале, это не просто, это довольно сложно, но нужно начинать и поддерживать. Очень хорошие, очень демократичные. Просто я удивлена. Я еще раз пересмотрела, думаю, такие цены сейчас есть. Ла продукатор, нынли моего шорка, но ла пенсионера. Пенсионерам обещали хорошие времена, но мы их не замечаем. Должно быть еще лучше. Нуль обсервем. Тревес вишу майбуни. Цены побудили что-то купить и премьер-министра Дарина Речана. Он также посетил выставку. Как вам цены? Это цены из Республики Молдова и, соответственно, очень хорошие. Планируете сегодня что-то купить? Думаю, что куплю что-нибудь. Например, посмотрю, что делают в пищевой промышленности. Возьму что-то из этой области. Выставка «Сделано в Молдове» будет открыта до 4 февраля. По данным организаторов, за этот период ожидается около 60 тысяч посетителей.